Здравствуйте, друзья! В этом видео мы рассмотрим модель Москвич 2141. Это российская модель, была уже выпущена в российский период, где-то 90-е и 2000-е года, и эту модель постигла участь та же, что и предыдущие модели из моей коллекции, которые были выпущены в этот период. Модель разрушается, и сейчас постараюсь вам показать, что с ней произошло за эти годы. Видите, у модели разрушилась капот, дверь водительская, все в паутине. И я думаю, если ее попытаться открыть, то она вот на все эти мелкие кусочки разломается просто. Поэтому извиняюсь, у меня модель пыльная немного, я даже не хочу протирать, потому что я боюсь, что она сломается. Модель выполнена в таком темно-зеленом цвете. Пассажирская дверь выглядит целой, но тем не менее ее перекосило. Я помню, когда я ее покупал, она была ровная, а сейчас появилась щель, дверь сместилась. На переднем крыле отвалилась краска. Капот я не буду открывать, потому что здесь имеется трещина, и я думаю, при открытии он также разломается на две половины. У модели поплавились диски. На камеру это не очень хорошо видно, но диск сам, он уже не круглой формы, а уже даже, не знаю, похож на какую-то... Передний еще более-менее, задний совсем поплыл. И вот такая вот тоже печальная судьба. Я не знаю, может быть, сделаю когда-нибудь диораму. И эти модели хорошо туда впишутся, как модели со свалки. В принципе, тоже нет худа без добра. Можно сделать интересную диораму. Вот смотрите, как выгнула водительскую дверь. Порог. Вот это автомобили российской сборки. С очень плохим качеством металла. Всем спасибо за внимание. Это был обзор модели Москвич 2141. Увидимся в следующем видео.